А в Белоруссии прошли торжества в честь 400-летия святой праведной Софии Слуцкой. В них приняли участие члены Святого Синода Белорусской Православной Церкви. Начало праздника было ознаменовано открытием памятника святой княгине, воздвигнутого на территории одного из столичных приходов. Это уже второй монумент княгине Софии на белорусской земле. Подробнее в материале наших корреспондентов из Минска. Торжества в честь 400-летия представления святой заступницы православия на белорусских землях праведной Софии Слуцкой начались накануне праздничной даты с освящения памятника на территории храма, освященного в ее честь. Торжественный молебен собрал в храме Софии членов Священного Синода, приходское духовенство, а также государственных мужей. В своей речи министр культуры Беларуси Павел Латушко поблагодарил патриаршего экзарха и всех тех, кто способствовал появлению еще одного произведения искусства в столице. И отметил, что памятник Софии Слуцкой в Минске – еще один яркий пример соединения глубокого духовного и творческого начала. Я думаю, что это очень важное событие, когда святая православная, святая белорусских земель София Слуцкая получила признание через произведение искусства. Очень важно, что благодаря единению высокого, великого духовного и великого в искусстве мы можем лицезреть этот памятник Софии Слуцкой. И очень важно, что прихожане этого храма теперь смогут и возложить цветы, и поклониться этой святой, одной из белорусских православных святых. Автор бронзовой скульптуры, выпускник Академии искусств Михаил Иньков, автор памятника белорусской святой в Слуцке, открытому в год 2000-летия христианства. Как отмечает скульптор, образ святой Софии был изготовлен под чутким руководством митрополита Минского и Слуцкого Филарета, который поддержал автора и благословением, и советом, и молитвой. Владыка вел с самого начала, тогда я работал. Было большое количество вариантов. И он десятки вариантов, он просматривал эти варианты, и вот находились, как бы совместная работа находилась, и выкристаллизовалось два варианта. Один в Слуцке, вот с Николаевичем поставили, а второй вот здесь. Общая высота бронзового памятника святой княгине составила 3 метра 20 сантиметров. Идея создания скульптуры возникла еще на этапе проектирования храма в 1998 году. Владыка четко понял, что это храм по образу, как слуцкие храмы периода Софьи Слуцкой. Ну и так в разговоре, в поисках мы поняли, что один храм без скульптуры просто-напросто как-то не состоится. Нельзя не сказать о погодном чуде, ознаменовавшем торжественное освещение. К началу молебна разошлись тучи, и появилось солнце, потеплело. Такое состояние сохранялось на протяжении всего освещения и после, когда верующие подходили поклониться святой Софии. Она и при жизни своей была очень любима своим народом и заслуженно почитаема. Так и после смерти ее люди чтут и помнят княгиню. И многие были огорчены, когда она перешла в мир иной. А ныне мы торжествуем 400-летие этого события, потому что она стала ходатайницей у престола Божьего за весь наш белорусский народ. И не только белорусский народ, а и людей православной веры, которые живут и в Литве, и в Польше, и на Украине, и в России. Всеношные бдения, посвященные 400-летию памяти княгини, прошли во всех минских храмах. Эти богослужения отличались особой торжественностью. Во многих православных приходах службы возглавили члены Святого Синода, правящие архиереи белорусских епархий. Праздничные торжества прошли на родине княгини Софии в Слуцке. Совершив божественную литургию в Свято-Михайловской церкви Слуцка, епископ Борисовский Вениамин возглавил крестный ход к памятнику праведной Софии Слуцкой. Несмотря на холод и снег, сотни случан прошли с молитвой 2,5 километра и приняли участие в молебне перед памятником Слуцкой святой. В Белорусской православной церкви весь 2012 год будет ознаменован мероприятиями, посвященными праведной княгине. Пройдут презентации и концерты, выставки, интересные встречи, будут выпущены новые книги. Белорусы надеются, что святая княгиня, явившая свое заступничество в сложное время унии, и в это нелегкое время явит его своему народу. Анна Голковская, Матвей Родов, информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».